Сезон фонтанов торжественно открыли в Гомеле. Посмотреть на то, как они оживают после зимы, собрались сотни жителей областного центра. Главные зрители, как всегда, дети. Рукотворные источники запустили во всех районах города. Самый большой и эффектный фонтан возле цирка с чашей, вмещающей более 200 кубических метров воды. Ожил он под звуки вальса. С запуском фонтанов шум города изменился и наполнился еще более звонким смехом детей. Скоро площадки у воды облюбует молодежь для свободного времяпровождения, встреч и свиданий. В Гомеле с концертом в поддержку безвозмездного донорства крови выступила группа «Нави Бэнд». Музыканты поддержали проект «Подари кровь, спаси чей-то мир» и проехали с туром по областным центрам Беларуси. Группа исполнила как давно полюбившиеся всем хиты, так и новые песни. Солисты «Нави Бэнд» по традиции в промежутках между выступлениями общались с залом, который, стоит отметить, был полон зрителей. Светлого праздника Пасхи в областном центре открыли выставку творческих работ «Пасхальная радость глазами детей». Все представленное в экспозиции создано школьниками и воспитанниками детских садов под руководством наставников из центров дополнительного образования. Пасхальные открытки и сувениры, панно и праздничные композиции. Зрителю остается лишь удивляться безграничности фантазии этих творческих ребят. Из самых простых материалов их руками создаются истинные произведения искусства. Далее о культурных событиях недели предстоящей. Поклонники комиксов в ожидании финала «Мстителей». 29 апреля состоится премьера у нас, и на этот день билеты практически полностью выкуплены во всех кинотеатрах региона. Классику соцреализма представят во дворце Румянцевых и Паскевичи. 37 живописных полотен Сергея и Алексея Ткачевых привезут в Гомель. Братья-художники родом из Брянщины, и они на протяжении почти 70 лет создают свои картины в дуэте. Им сейчас за 90, но они по сей день пишут и пишут вдвоем. Выставка откроется 3 мая в 16:00, а 4 и 5 мая под Гомелем состоится весенний фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного отдыха. В программе выставка-ярмарка с дегустацией продукции фермерских хозяйств, чемпионат уличной культуры продвижения, а также работа множества развлекательных и интерактивных площадок. Ожидается, что на фестиваль приедет около 500 человек. В числе участников можешь оказаться и ты. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Евгений Макеенко. Материал подготовлен специально для программы «Новости недели».